продолжаю вас знакомить с ремонтантными сортами. Перед вами моя новиночка. Сорт называется Флорида Бьюти. Кустики маленькие. Не самая сильная была рассада при посадке. Значит, сорт нейтрал. Ветер сильно ломает листья. Нейтрал. Видим то, что вышли цветоносы. То есть будет непрерывно плодоносить все лето. Розетки, к сожалению, пока что еще силы не набрали. Но у него все лето впереди. Я думаю, что он еще себя раскроет. Даже для таких маленьких розеточек я ту ягоду, которую я вижу, считаю, что хорошим потенциалом сорт обладает. Вот такая ягодка. При полном созревании такой темной, ближе к вишневой окраске, с лакированной поверхностью. Давайте нарвем и попробуем. Вот, посмотрите на ягодку Флорида Бьюти в сравнении с моей рукой. Размер у нее не самый крупный, но, может быть, пока что еще на слабых розетках она не показала весь свой потенциал. Посмотрим дальше. Ягода темного бордового окраса. Красивая, глянцевая, правильной формы, выровненная, гладенькая такая. Понюхаем. Аромат средне выражен, приятный. Слышатся нотки землянички. Пойдемте попробуем. Чашелистик снимается с небольшим затруднением. Видно, остается вот тут чуть-чуть зеленочка. Да, стержень от стебелька. Посмотрим, как входит нож. Достаточно плотно. Ягодка плотная. По мякоти. Мякоть плотная. Эластичная. Средней плотности. Все-таки. Да, средней плотности. Вот. И достаточно сочная. Пошел сок. Давайте попробуем. Флорида Бьюти, сорт десертный. Ягода очень вкусная, сладкая. А во вкусе слышится земляничка, нотки землянички. Вкус богатый, легкая кислинка его дополняет. Она совершенно не идет там первой нотой. Именно ягода при еде сладкая, сочная. Мякоть все-таки средней плотности. Я думаю, что транспортабельность будет неплохой, но не максимальной. Хотя без проблем, думаю, что без проблем будет перевозиться на небольшие расстояния. Вот такая Флорида Бьюти. Будем смотреть еще, когда силу наберет куст, какой она покажет размер. Ну, ждать на таких слабых розетках огромущую ягоду не стоит. Поэтому будем наблюдать, однозначно размножать. Перспективная новинка.